Всем привет! Вы смотрите «Универ Ньюс». Зовут меня Анастасия Иванова. Сегодня в эфире. КФУ принял участие в выставке «Образование и карьеры 2019». С чего начался конфликт в Венесуэле? Какой погоды ждать татарстанцам в феврале? Выставочный центр «Казанская ярмарка» открыл новый сезон, и в его стенах прошла специализированная выставка образовательных учреждений и технологий образования. Это единственная выставка в Республике Татарстан, демонстрирующая потенциал образовательных учреждений Казани и ведущих вузов России. Подробности узнаете в следующем сюжете. В выставочном центре «Казанская ярмарка» стартовал проект «19-я специализированная выставка «Образование. Карьера». На его площадке были представлены высшие и средние учебные заведения Казани, Республики Татарстан и России. Профессиональная ориентация – один из самых важных вопросов у школьников. В рамках мероприятия Казанский федеральный университет традиционно представил свой образовательный потенциал. КФУ представляет огромное количество институтов. В данном случае на этой площадке расположен Институт фундаментальной медицины, юридический институт, Институт международных отношений, Институт экономики, управления и права, Институт психологии и образования. Обучающиеся и их родители смогли получить всю необходимую информацию представителей института, связанную с обучением, получить консультации по выбору будущей профессии и первые навыки в профессиональной деятельности. Конкурентность у нас большая, потому что очень много желающих поступать к нам. Очень востребованные специальности, как дошкольное образование, начальное образование, психология и логопедия. Выставка организована при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи, а также Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Очень интересное место, очень много всего нового узнали. Некоторые университеты не рассматривали, сейчас уже появился интерес больше изучать именно их. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. Конфликт в Венесуэле затронул не только соседние страны, но и государства Северной Америки, Европы и Азии. Причин этой ситуации множество. Подробнее мы расскажем в следующем сюжете. С 21 января 2019 года в Венесуэле на фоне разгоревшегося конфликта председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, несмотря на то, что официально президентом является Николас Мадуро. Ситуация в стране затрагивает и остальные государства. Президента Николаса Мадуро поддержали Россия, Китай, Куба, Турция, Италия и другие. Хуана Гуайдо поддержали США, большинство стран Евросоюза, Колумбия и ряд других стран. В 2019 уже году в Бразилии пришел вместо правого Тимера уже ультраправый Жаир Болсонаро, который очень жестко высказывается по Венесуэле и особенно по ее учениям с Россией, по отношениям с Китаем. И, видимо, у Соединенных Штатов возникло ощущение, что самый удобный момент, что ближайшие соседи Венесуэлы теперь, не только Колумбия, но и Бразилия, готовы поддержать давление на Венесуэлу. Эксперты называют различные причины начала конфликта. Венесуэла является одной из крупнейших стран по запасам сырой нефти. Именно поэтому ряд игроков мировой арены поддерживают разные стороны. Так, например, нефтяной экспорт, ведущийся от президента Мадуро, был частично заблокирован санкциями США. В этом направлении у компаний России и Китая существует ряд государственных контрактов. Какова будет судьба вложенных денег при смене правительства, неизвестно. Много российских компаний имеют интересы в Венесуэле. Прежде всего, это, конечно, Роснефть. Самые крупные контракты и самые крупные кредиты, конечно, она может все это потерять. Ну и не только Роснефть, и другие наши компании, в частности, это оборонный комплекс, поскольку Венесуэла, начиная с 2006 года, провела очень широкие закупки российской техники, вооружений. Несмотря на богатство ресурсами в стране, население является бедным. Богатство сосредоточено у некоренного населения. Это также могло стать одной из причин конфликта. Крупные ритейлерские сети начали поднимать цены на все базовые продукты. Правительство пыталось удерживать цены в социальных магазинах. Эти социальные магазины не справлялись, их громила толпа. Цены начали расти, это привело к гиперинфляции. Вот. А цена на нефть все время падала. Бюджет Венесуэлы на 90% зависит от нефти. Данная проблема была менее заметной во время правления предыдущего президента Уго Чавеса. Им были организованы социальные программы по поддержке населения, такие как переселение из трущоб, повышение социального благополучия и многое другое. Сейчас обстановка ухудшилась. Здесь ошибки правительства. Нельзя сказать, что только внешний фактор может совершенно безоблачную ситуацию так радикально пошатнуть. Конечно, в этих условиях правительство не провело достаточно
там, правильной монетарной политики, наверное, и даже не вывела из Соединенных Штатов свои активы. Обстановка в стране за последние несколько лет вынудила население эмигрировать из Венесуэлы. Государство покинуло около 5% населения. Беженцы оседают в других странах Южной Америки, что увеличивает расходы этих стран. У стран Южной Америки свои причины поддержки нового президента. Некоторые из экспертов придерживаются мнения, что эти страны, например, Колумбия, видят в Венесуэле конкурента, который желает захватить наркотрафик в Южной Америке. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Владимир Марковников – русский химик. Он развивал теорию химического строения Александра Бутлерова, исследовал взаимное влияние атомов в органических соединениях и установил ряд закономерностей. Именно ему будет посвящен Марковниковский конгресс, который пройдет в Казанском федеральном университете в июне 2019 года. Подробности далее. В 2019 году исполняется 150 лет со дня открытия периодической таблицы великим русским ученым Дмитрием Менделеевым. Наш год – это не только 150 лет периодической системы, но еще 150 лет правила Марковникова, который является представителем Казанской химической школы. По этому случаю в Казанском федеральном университете пройдет Марковниковский конгресс. Владимир Марковников – русский химик, представитель Казанской химической школы, основатель собственной научной школы в Московском университете. С 1870 года являлся ординарным профессором Казанского университета. Это органик, который наряду с Бутлеровым тоже очень сильно за рубежом уважается и признается его деятельность. Правило Марковникова, оно до сих пор позволяет получать нужные вещества с нужной структурой. Марковниковский конгресс откроется 21 июня в Москве и продолжится в Казани с 24 по 28 июня 2019 года. Организаторами столь масштабного конгресса выступит Казанский федеральный университет и Московский государственный университет имени Ломоносова. На форуме планируется порядка 500 участников, среди которых и иностранные гости. На этот конгресс приедет американский историк химии Дэвид Льюис. Он является очень хорошим специалистом вообще по российской истории и химии, тем более, что, возможно, ему некоторые, скажем так, архивные документы, которые, ну, по разным причинам оказались за рубежом, доступнее, чем нам. Участники конгресса поделятся научными идеями и обсудят современные проблемы органической химии. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. На Средний Запад США на этой неделе обрушились смертельно опасные морозы. В некоторых местах температура опускалась до минус 53 градусов по Цельсию. В чем причина подобной аномалии, узнаем в следующем сюжете. В штатах Среднего Запада США, Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи. В результате мороза и сильных снегопадов на севере США на этой неделе погибли более двух десятков человек в 8 штатах. Сотни получили травмы, в том числе обморожения, переломы, сердечные приступы и отравление монооксидом. Тем временем погода в восточной части России тоже не отличается мягкостью. Столбик термометра, например, в Якутии колеблется сейчас в районе минус 40 градусов по Цельсию. Впрочем, это не является какой-то аномалии. Температура здесь может достигать и гораздо более низких отметок, до минус 60 градусов. По традиции, вот в это время года в Сибири устанавливается так называемый сибирский антициклон, знаменитый сибирский антициклон. Ну, он приводит к тому, ну, во-первых, сейчас везде снег, а с земли тепла не поступает, ночи длинные, и происходит сильное выхолаживание. И это одна сторона дела. Во-вторых, самое главное, то, что в этот сибирский еще антициклон поступает. Вот такой заток есть в восточной части, в особенности вот, с Арктики. Остаток месяца в Казани, по мнению синоптиков, также не будет отличаться высокими температурами. Роман Мендельевич Вильфанд, это научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, и он высказал такое мнение, что первая декада февраля, она будет самой теплой в феврале. Если так, то, конечно же, вторая декада или вторая часть месяца, она, кажется, может оказаться и холоднее. То есть к нам придет вот тот самый сибирский антициклон. Тем не менее, хоть весна и не близко, будем надеяться, что февральские холода не заставят нас сидеть дома. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.